Бетонная брусчатка удар не выдержала, а полимер-песчаная плитка цела. Такая прослужит более 50 лет. Для производства используют необычный состав – песка, полимера и красителя. Смесь заливают в плавильную печь, где поэтапно нагревают до 260 градусов. Под прессом она принимает любую форму – плитки, брусчатки, колпака для забора. Вот именно наш материал к северным условиям еще лучше ведет себя, чем в южных регионах. Материалом благодаря этой твердой, такой суровой нашей погоде становится более крепче и абсолютно не подвержен никаким воздействиям. И на Ямале этой продукцией уже заинтересовались. Заказы поступают из Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя. Объемы пока небольшие, однако производитель уверен, что перспективы для развития сотрудничества есть. Благоустройство – одна из ключевых программ округа. Так, в этом году запланировано привести в порядок 57 общественных территорий и более 550 дворов. На 2019 планы еще масштабнее. На следующий год программа будет только развиваться. У нас есть акцент, прямо скажу, он связан с тем, что в следующий год у нас год благоустройства малых поселений. Мы хотим, чтобы не только жители крупных городов чувствовали динамику положительную, чтобы самые маленькие поселения тоже получили позитивный импульс, связанный с детской площадкой, с каким-то небольшим сквером, с вечным огнем в честь Великой Победы. Варианты разные, как выберут жители. Именно ямальцы решают, какие объекты попадут под благоустройство. В марте этого года жители проголосовали, на что распределить 2 миллиона бюджетных рублей. Сейчас большая часть работ уже закончена. В этом убедился Александр Мор во время рабочей поездки в Ноябрьск. Детская площадка ничем не хуже, чем в городе Тюмени. Может, мы просто чуть раньше начали эту программу и больше успели сделать, но я могу сказать, что уровень абсолютно хороший. Наши тюменские производители поставили малые формы, те же самые, которые стоят в наших тюменских дворах. По мнению Александра Мора, именно благоустройство дает позитивный отклик от населения. Люди видят, что власти для них стараются, а взамен просят только бережного отношения к построенному.